Всем большой привет! Сегодня вы сможете со мной побывать около замка Нойе-Шванштайн. И вот посмотрите, как мы туда добирались. К сожалению, снять в самом замке не получится, потому что это запрещается, и там очень строгий контроль. Но, тем не менее, я покажу вам, как все это вокруг происходит. Сейчас мы здесь находимся около замка Нойе-Шванштайн. Там вот другой еще замок находится поменьше. Там внизу продаются карты. Мы уже поднялись наверх. Да, вот там, смотрите, озеро. Здесь людей много-много, туристов очень много. Вон уже сам замок. Ну, здесь тоже вид, конечно, обалденный. Смотрите. Мы идем сейчас туда, к этому замку. Здесь вот такой путь идет наверх. Смотрите, как здесь круто. Там он сейчас поднимается. Вау. Так, здесь это вот сейчас вход. И когда время твое подходит, как бы там стоит номерочек, что ты должен как в это время заходить. И все. И потом билетик свой там показываешь и заходишь. Идет там дальше уже вход. Здесь сверху площадка, еще все фотографируются. Делают на таком вот виде. Ну, красиво сделано, конечно. Да, много-много народу. И пошли. Так, и сейчас мы находимся уже сверху, на втором этаже этого замка. Вот там вы видите, там мы проходили, тоже снимали видео. Наверх уже. И вот такой вид отсюда. Здесь вы видите, тут уже вон второй замок там. Не, красиво, конечно, здесь. Очень красиво. Если кто-то еще не был, советую посетить. Это однозначно. Друзья, сейчас мы подходим на Мариенбрюгге, с которой все фотографируются и делают, как бы, ну, где запечатлен потом этот замок. Там такая группа. Я не видно. Я так. Сейчас я вам покажу, как отсюда выглядит замок потом уже. Вы посмотрите, что тут такое творится. О-о, лучше не смотреть. Так, друзья, ну вот мы, в принципе, уже стоим здесь посередине. Смотрите здесь, что... И вот он, красавчик. Такой, во всей красе. Сейчас, конечно, у нас уже здесь начинается дождик, хотя до обеда было солнечно, и я думала сделать красивые фото, но немножко пасмурно уже. Вот, но вы все равно увидели. И я желаю вам всего хорошего. И приезжайте в гости. Пока-пока!